Уважаемые слушатели радиостанции КНЛС, мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами своим мнением и пожеланиями о только что прозвучавшей передаче из цикла «Фокусе семья». Нам можно писать на адрес нашего отдела писем в Санкт-Петербурге. Индекс 191-187. Абонентский ящик номер 47. Друзья, я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию КНЛС «Новая жизнь» из Индийского океана на русском языке можно слушать два раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. С 19 до 20 часов по UTC на частоте 9820 кГц, также в диапазоне 31 метра. Повторяю время и частоты нашей передачи из Индийского океана. Слушайте нас на русском языке два раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающее время и частоты трансляции на китайском, английском, арабском, испанском языках, то пишите нам по любому из следующих двух адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, абонентский ящик 473, Аляска, 99556 США или Россия, 191028, Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию о нашей радиостанции.